Stage Six Films представляет. Производство Inferno. И пускай Колумб сбился с пути и не первым открыл Америку, все равно он мой герой. Он отважно провел свой крохотный кораблик через огромный океан. И теперь в день Колумба мы не ходим в школу. Ричард Гир. Спасибо, Хизер. Ронни, расскажи о своем герое. Джоан Аллен. Хатико, самый верный друг. Что это он пишет? Хатико был псом моего дедушки. Многие называли Хати пес-загадка, потому что никто не знал, откуда он взялся. Может быть, сбежал из собачьего приюта. Может, выпрыгнул из машины где-нибудь далеко, во Флориде или Нью-Джерси. Неважно как, но Хати потерялся. Однажды давно, в городе, где жил дедушка, Хати появился на станции. Там и началась их история. Отлично, много музыки. Нет, я пройдусь пешком. Да, я тебя тоже. Пока. Эй, приятель. Потерялся? Иди сюда. Потерялся, малыш? Наверняка тебя ищут. Он тут бегал у вас. Что, на платформе? Да, на платформе. А, хорошо, что вы нашли его. Да. Что ж, знаете, там стоял ящик сломанный, не знаю, чей он, но... Кто-то за ним наверняка придет. Да, пусть ясно. Он побудет у вас, пока его не заберут. Ну, нет, я не могу. Что? Я не могу, профессор. Он же здесь бегал. Таких псов не бросают, это... Да, ну, конечно, нет. Такого не бросит, кто-нибудь за ним придет. Возьмите его к себе. А объявится кто, я скажу, что песик у вас. Но придут-то к вам. Кто-то вы не понимаете. Просто так. Ему придется провести здесь, может, целую ночь, если никто не придет. Никого не будет, я запру его, он будет в безопасности до утра, но завтра мне придется сдать его в приют. Хорошо, что пятница сегодня. Узнаем, когда.
останешься у меня. В теплом доме, в теплой компании. Все как надо. Что? Да, тебе понравится. Привет, красавчик. Привет. Привет. Как прошло? Отлично. Я рада. Скучал по мне? Ни капельки, а ты? Нет, и не вспоминала. А для тебя есть сюрприз. Да, у меня тоже есть маленький сюрприз для тебя. Пошли, пора наверстать упущенные. Да. Наверстать это здорово. Слышал что-нибудь? Наверное, ветка стучится в окно. Сегодня вечером я попала в интересную ситуацию. Остаться. Да. Может, расскажешь об этом утром? Хорошо. Я думаю, что мне с ней... Тихо, 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 все в порядке. Паркер! Мы же договорились. Я знаю, знаю. Ты что, забыл это? Да ничего я не забыл. Нет, я просто нашел его на станции, он потерялся. Карл хотел отправить его в собачий приют. И я подумал... Принести щенка домой и уговорить меня его оставить, верно? Нет, нет, я не хочу его оставлять, нет. Завтра утром я выясню, куда точно его везли, хорошо? Обещаю тебе, я так и сделаю. Вот это были вещи Люка. Сейчас, сейчас. Так, залезай. Сюда. Хорошо. Смотри, сколько здесь интересного. Теплое. На. Здесь прохладно. Нравится? Да? Люк ее очень любил. Смотри, тут вода. Ты мог бы многое рассказать, да? Мог бы? Да. Ладно, приятель. Неплохо. Засыпай. Тебя самого надо в собачью будку. Я тебя за палец не укушу, обещаю. Щеночек, щеночек. Эй, малыш. Малыш, малыш, снимай. Улыбайся. Отлично. О, красивый песик. Пап, он мне нравится. У него есть имя? Да, есть. Временный гость.
Оставьте его. Дом опустел с тех пор, как Люка не стало. Спроси у матери. Мам? Да? Подойди, пожалуйста. Ему по вкусу твоя музыка. Правда? Невероятно. Это вундерпёс. И я обязан оставить его. Не пройдет. Но... А ты не заводи его. Не буду. Ты из Люка. Пап, отсюда он выпрыгнет. Вот. Да, это лучше. Держи-ка. Здорово. Не мал? Не думаю. Ты в лес, парень? Да. Так хорошо, отлично. Давай. Класс. С Майклом встречалась? Да. Мы ездили на смотровую, видели звездопад. Было красиво. Как романтично. Очень. Ух, а вы не... Чем-то помочь? Да, да, я нашел вчера этого малыша на станции. Да. Не подержите его, пока хозяин... Подержать? Нет, это не постоялый двор, а собачий приют, приятель. Я просто нашел его. Что мне делать? Дайте посмотреть. Хорошенький, новых хозяев найти можно, но... Мы даем им 2 недели. Давай. 2 недели? Да, нет места. Извините. Я позвоню вам через неделю. Хорошо, пока. Привет, Мария. Как поживаете, Паркер? Замечательно. Если честно, я хотел вас кое о чем попросить. Все что угодно. Красавец! Откуда ты такой взялся? Да он тут вчера бродил. Очаровашка. На станции. Я не знаю, все это очень странно. Правда? Он такой милый. Хочу повесить это у вас. Да, хорошо, хорошо. Да? На окно? Привет. Да-да, привет, да, любой. Паркер, этот щенок просто сказочный. Вы бы не хотели такого? Ты что, тебе взять? Такого прекрасного щеночка. Что скажешь, Антония? Как тебе новый сосед? Нельзя, Антония! Найден щенок. О, сиди тихо. Вот так. Да-да-да. Доброе утро, профессор. Джесс. Вам 1 сахар, 2 порции сливок. Ага. О, кто это у вас? Это новый друг. А? Не возьмешь? Предпочитаю наличные. Вырастет отличный сторожевой пес. Это чтобы сторожить хот-доги? Я так не думаю. И я так не думаю. Нет. Кто сейчас будет брать собаку, а? Ее ведь надо кормить, выгуливать, мыть, подбирать за ней. Я возьму это для него. Да сейчас заведение. Возьми много. Да, верно. Спасибо, Джесс. На здоровье. Карл, есть новости? Нет, не было никого, кто бы пришел или позвонил. Никого. Странно, действительно странно. Подержите. Да. Кейт напечатал объявление. Развесить поможете? Ну, пожалуйста. Хорошо, я помогу развесить. У вас чуткая душа. Я знаю. Давай, не прыгай, спокойно. Рюкзаки ему нравятся. Спасибо. Профессор, поезд никаких собак. Нет никаких собак. Надеюсь. Ага. Пропустите повтор первой части и сразу переходите к лирической. Ладно. Лучше так.
Хорошо. Но это значит, что надо играть быстрее, в темпе. А подойдем к лирической части, то там нужен глубокий вздох. Осталось на ящике. Я Манаси. Остальное оторвано. Что это? Район в центральной Японии. Необычная собака, Паркер. Точно. Это Акита. Акита, как говорят у вас. Особенная порода. Да? А это что? Хати. Что? По-японски это 8. Счастливое число. Счастливое? Везунчик. Хати, Хати. Хорошее имя, согласен? Видно, он восьмым в памяти родился. У числа 8 мистический смысл тянется к небесам, опускается к земле. Ну так как? Возьмешь? Себе? Да. Нет, кажется, он выбор сделал. В каком смысле? В том, что теперь он твоя проблема, а не моя, брат. Ты не проблема, правда? Что ж, может, ты его нашел, может, он тебя, кто знает. Значит, так и должно быть. А еще он сказал, что сёгуны выращивали оки для боев и охоты. В каком-то смысле это королевская порода. Кен не подсказал, где найти для его величества дом. Я развесил уже 10 объявлений. Кто-то заберет своего Хати. Хати? Это было на ошейнике, символ. Ты дал ему имя? Нет, я... Хочешь его оставить? Да нет, нет, хочешь, я не хочу. Хочешь, ты... Я не хочу его оставлять, я признайся просто... Признайся себе, ты хочешь взять его к нам? Об этом даже не думал, нет. Да. Хати? Куда ты пошел? Господи! О, нет, Паркер, это же месяцы тяжелого труда. Очень. Он будет на улице всю ночь, Паркер. Сюда не впускай, слышишь меня? Я слышу. Никаких возражений. Я тебя слышу. Я все хорошо слышал. Тут? Да. Вот ты какой. Твоей породе не меньше 4000 лет. А может и больше. Да? Что еще тут у нас? Да. Как тебе это? Пишут, что первым животным, подружившимся с людьми, был ты. Ты знал об этом? Знал, говори. Ты знал? Да, ты знал. Конечно, знал. Ну все, выключаем.
Еще надо место тебе найти. Так. Тут, кажется, неплохо. А? Ладно, ложись. Сиди здесь. Хорошо? Ладно. Лежать. Сиди тихо. Сейчас. Суть комбинации состоит в том, чтобы недобьющему выбить мяч в инфилд. Посмотрим, сработает ли эта тактика на этот раз. Ладно, посижу с тобой. Лови. Прости, пожалуйста. Только не нужно. Я как раз поднимался наверх. Да, да, конечно. На одну ночь. Только на одну, ладно? Давай спать. Сиди здесь. Все будет хорошо. Невероятно. Он болеет за Янкис. Нет. Да? Ты. Честное слово. Правда? О, это будет весело. Так, Хати, будем играть. Это мяч. Мяч. Бросаю. Ты несешь его мне обратно, ясно? Да? Готов? Ну-ка. Хватай. Нет, 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 мяч. Хати, 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 нет, нет. Эй, Хати. Хати. Я брошу, а ты принесешь, ладно? Давай. Принеси. Хати, нет, нет, возьми мяч. Хати, ко мне, Хати, ко мне. Ну-ка, бери, бери. Хати, Хати, давай. Это мяч, ты берешь. Давай, Хати, Хати, ко мне. Ты же можешь, я уверен. Знаешь, ты слишком сурова с ними. Собака в беде, а отец хочет сделать доброе дело. Ладно, ладно, тогда смотри. Мам. Смотри как. Он сдурел. Алло? Вы по объявлению, да? А вы хозяин собаки? Нет, пока никто не объявлялся. Мы хотим, чтобы он попал в хорошие руки. А что, если вы оставите свой номер? Мой муж вам перезвонит. Одну секунду, я найду ручку, ладно? Давай. Надо просто взять мяч. Хати, 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 иди сюда. Я тебе подержу. Смотри, Хати. Привет, Хати. Хати, Хати. Погляни, папа. Эй, папа. Алло. Нет, щенка уже забрали. Да. Да, мне ужасно жаль. Еду на работу. Увидимся вечером. Пока.
Доброе утро, профессор. Доброе. Вы сегодня задержались. Я уже все сделал. Один спасибо. Сахар, двое сливок. Хати! Что ты здесь делаешь? Что ты делаешь? Что такое? Иди домой, ясно? Иди. Нет, да я знаю. Иди, иди домой. Домой, давай. Я должен ехать. Иди, иди. Ну же давай. Мне пора. Идем. Эй, профессор, хотите, задержу отправление? А можно? На 30 секунд. Спасибо. Домой, домой. Ладно, скорее. Ну же, иди домой. Эй, Чет, задержим немного поезд, ладно? Домой, домой, скорее. Вот это дрессировка, да? Умница. Профессор. О, нет. Ну ладно, ладно, ладно. Ничего. Спасибо, Карл. Уверен? Да-да, спасибо. Ладно, поехали, отправляй. Может, такси вызвать? Нет, пойдем пешком. Все в порядке. Паркер, ты же уехал на работу. Уехал. И поэтому в саду копаешься? Он удрал, и я вернулся. О. Не говори, не надо. Стой. Я знаю, что ты скажешь. Я сама доделаю и испачкаешься. Я закопаю, а ты поезжай. Ладно, спасибо. Угу. А ты жди здесь. Мы подождем. До вечера. Пока. Хорошо, ладно, дам еще один. Один, не больше. И все. Постой, постой. Ну как? Вкусно? Да? Ну ладно. Хорошо, сейчас это последний. На, жуй. Умница, Хати. Все. Уговорил. Самый последний. Держи. Все? Прекрасно. Я горжусь вами. Превосходно. Надо будет повторить. Да. И простите за опоздание, ладно? Ничего страшного. Казнить не будете? Нет, не буду. Хорошо, спасибо. Thank you.
Чак. Счастливо. Эй, Хати! Привет, Мари. Привет. Ты как тут оказался? Станция Бэдридж. Да, да, мэм, есть поезд. 7:30. Он был тут весь день? Нет, нет, минуты две как пришел. И влез туда. Шутите? Снимки? Я не видел их. Ага. Ну, ладно. Хорошо. Тогда пойдем домой. Все, хорошо. Вот же негодник. Идем. Идем домой. Идем. Идем, малыш. Мам? Да, милая, я здесь. Эй, здравствуй. Я принесла чипсы. Отлично. Миссис Уилсон, рад встрече. О, Майкл, я тоже. Зовите меня Кейт. Хорошо. Пиво? Спасибо. Да. Спасибо. Аппетитно выглядит. Хорошо. Да. Отнеси это папе. Сейчас? Да, он на заднем дворе. Хорошо. Поражайте. Там у вас гриль? А, гриль там, да. Рада тебя видеть. Я тоже. Мама, Париж? Да, Париж, дорогая. А где же? Знаете... Я хотел играть на гитаре, учился этому в детстве. Серьезно? Да, мне было 9 или 10 лет. Но брат прищемил мне пальцы дверью машины, и я бросил. Вышло случайно, но после этого я уже перестал учиться. Не знаю, наверное, зря, потому что я люблю музыку и отношусь с большим уважением к музыкантам и всем, кто играет. Майкл, и... ты любишь мою дочь? Да, сэр. Да, очень. Хорошо. Это то, что тебе поможет в тяжелые дни. Верно. Хати, это Майкл. Майкл, Хати. Рад познакомиться. Хати, эй, хочешь поиграть? А? Нет. Да? Сразу готов? Выиграешь. Хорошо. Я лови меня. Давай. Вон, принеси. Вон там. Вперед. Хати. Беги за ней. Ну уже, принеси мяч. Скорей. Майкл, ну. Хочешь вернуть мяч, сходи за ним сам. Хати не принесет. Он за мячом не бегает. Ясно. Ой. О. Все как хорошо. Ты, Майкл? Все поехали. Хорошо. Милый, ты цел? Играйте. Не ушибся? Нисколько. Точно? Я принесу мяч. Сейчас. Хорошо. Я цел. Смотрите. Ногу не подвернул? Поиграйте без меня. Хорошо, хорошо, хорошо. Ты точно цел? Он не просто отвлекал вас. Ага, ясно. Я брошу мяч на полметра. Ты принесешь, ясно? Даже если я брошу мяч рядом, он все равно не принесет. А? Нет? Мяч? Да, мяч. Я бросаю, чтобы он принес, а он не хочет. Только не Акит и Паркер. Они что-то имеют как против мячей? Нет, ну чтобы за мячом бегал, заведи Колли или Спрингер Спаниэля. Да нет, Хати вполне меня устраивает. Хорошо, потому что Акиты не стремятся кому-то понравиться. А чего же им надо? Он приходит к поезду, потому что между вами особая связь. А тут? Эй, дружок, принеси мяч. С какой стати? Ну, ради забавы. А может, за печенье, чтобы меня порадовать, наконец? Их не купить. Они японцы, они американцы. Да все это выдумки. Если он и принесет мяч, ну? На это у него будет особая причина. Я ему найду ее. Нет, 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 Хати, домой. Ты остаешься. Извини, со мной нельзя. Давай. Давай. Нет, стой. Ладно, идем. Пошли. Можно, идем. Давай, давай. Эй, Хати, 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 Хати. Хати, ко мне, ко мне. Эй, Хати, Хати. Идем, ко мне, ко мне. Идем. Доброе утро, Милтон. Доброе утро. Рад видеть. Майра. Привет, Паркер. Прячешься от солнца? Mm-hmm.
Осторожно. Рядом. Так, умница. Доброе утро, профессор. Да, доброе. Доброе утро, парни. А он не схватит? Ну, спасибо. Нет, нет, он воспитанный. Ко мне, малыш. А сейчас ты пойдешь домой. Да, домой. Ты меня понял? Увидимся вечером. А сейчас иди домой. Умница. Умница. Удачного дня, Карл. Взаимно, профессор. Хати, возьми. Только не говори Милтон, ладно? Кати! Это прекрасно, Джон. Спасибо. Кейт, не видела Кати? Его не было на станции. Нет, я его с утра не видела. Иди сюда. Эй, Митч, шнур, включатель работает. Взгляни на нее. 30 лет она была спрятана от глаз. Красавица, верно? Да, хорошо. Я от графика отстаю. Ты и наверстаешь. Представь, вечер открытия, это тебя окрылит. Молодой солист выходит на сцену, поет арию из «Богемы». Дальше балет, конечно. Затем рок, рэп, хип-хоп, джаз и гамбит. Тогда, разумеется, все горожане вскакивают со своих мест, рукоплещут и беснуются от счастья. Мэр находит тебя, выводит на сцену, ставит в самый центр и благодарит за то, что ты сделала невозможное. Mm-hmm. Да? Да. Мне нравится. Хати! Ко мне, малыш! Хати! Кати! Что ты тут делаешь? Так, ладно. Сиди, сиди. Кати, тихо. Тш, не мешай. Эй, уходи. Иди прочь. Убирайся. Сиди. Вон.
Пошел отсюда, пошел. Вон. На нас напал скунс. Не хочешь присоединиться? Нет, я воздержусь. Ну ладно. Лучше открой окно на ночь. От нас действительно так воняет? Возможно, ты прав. Мам! О, привет, дорогая. Что случилось? А? Я должна тебе что-то сказать. Угадай. Что? Ладно, подожди. Что? Сейчас, подожди. Что? Видишь изменения? Нет. Да. Точно. Это чудесно, мам. Милая. О, какая замечательная новость. Я звоню бабушке немедленно. О, а где папа? Он там, где обычно. Папа! Отец! Что ты делаешь? Это полный массаж тела. Все по книге. Видишь? Ты скоро станешь дедушкой. Нужно погрузиться глубже в мышцы. Отец, отец, у меня скоро будет ребенок. Я беременна. Ты... Господи, ты... Что? Серьезно? Да. У тебя будет ребенок? Стану дедушкой. Да. Кэти, я поверить не могу. Это прекрасно. Я так рад. Привет, милая. Привет, прости, что опоздала. О, что это? Куча полезных продуктов для тебя. Свежие овощи, малина, пита с хумусом, пророщенные злаки. Когда я была беременна тобой, я гоняла твоего отца за пиццей с красным перцем и анчоусами. Ела, ела, ела. Он на это не мог смотреть. Ты сама-то веришь, что прожила с папой 25 лет? Мы вместе дольше, чем порознь. Вау. Ну-ка. Папа рассказывал, что после первого свидания, возвращаясь к машине, успел так соскучиться, что вернулся к тебе обратно. Помню. Я наблюдала за ним из окна. Увидела, что он повернул назад. И едва не кинулась за дверь, чтобы его обнять. Зря удержалась. Я знаю. Но всегда думаю слишком много. Да, точно. Как никто. Так не делай. Не буду. Хорошо. Эй, Хати, ко мне, Хати, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Он всегда его там встречает. Смотри. О, какой хороший пес. Разве это не странно? Да, давай. Пойдем домой. Домой. Здравствуйте, профессор. Добрый вечер, Паркер. Добрый вечер, Мария. Как вы научили этого пса? Удивительно, ведь каждый день. Пойдем. Паркер. 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 Ты слишком нарядна. Это я способна еще как-нибудь исправить. Спасибо.
Желаете что-то еще, мадам? Смотря что у вас есть. Все. Все? Я знаю. Не помню, благодарил ли я тебя хоть раз. Я тебя очень люблю. И я тебя люблю. Чудно. Да. Особенно, когда ты не пахнешь, как пес или скунс. Бывает не слишком часто, это меня радует. Да, тебя пахнет так постоянно. Я люблю тебя. Я тебя. Пока. Я позвоню. Ладно, Хатя, идем. Хатя, идем. Пошли, Хатя, что такое? Идем. Что с тобой? Ко мне. Ко мне. Давай. Говори, что с тобой? У тебя что-то не так? Ну уже. Выглядишь хорошо. Что такое, а? Ты здоров? Да. Ну что, идешь? Ко мне. Ко мне. Что это с ним? Не знаю. Хатя, решай, мне надо уходить. Рабочий день. Идем, приятель. Ко мне. Я ушел. Пока, дорогая. Пока, до вечера. Последний шанс. Пока. Доброе утро. Я принес вам кофе и пончик. О, прекрасно, спасибо. На здоровье. А где Хатя? Эй, Хатя! А. Вот он. Ох, как я рад тебя видеть. Что, ты принес свой мяч? Откуда у них мяч? Хочешь поиграть? Вот, смотри. Вот, 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 вот. Готов? Ну-ка. Возьми. Возьми. Отлично, неси его мне. О, надо же, этого я и хотел. Давай еще раз. Подальше. Брошу дальше. Ну, беги за ним. Давай. Ты молодец. Вот так. Неси обратно. Хорошо. Давай, давай, давай. Давай, давай. О, какой умница. Умница. Ты просто молодец. Видели? Я бросил мяч, а он принес. Первый раз принес. Принес мяч. Да. Большой день. Спасибо. Хороший пес. Ладно, я пошел. Забирай, он твой. Держи. Впервые принес. Первый раз. Нет, 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 подождите, профессор. Я сейчас мигом сделаю ваш кофе. Простите, что задерживаю. Видели, что он сделал? Я ему бросил мяч, и он принес. Нет, не видел. Возьми мяч. Хочешь, чтобы я взял? Я не могу играть, мне пора. На работу пора.
возьму его с собой, ладно? Хорошо. Готово. Да, спасибо. Всегда пожалуйста. Увидимся в 5. Я буду на месте. Отлично. Домой, Хати. Домой. Ладно, иди сюда. Ко мне, малыш, ко мне. Ладно, все хорошо. Увидимся в 5. Идет? Да, умница. Все, беги домой. Давай. Беги. Сейчас получше было? Значительно, если такое вообще возможно. Хорошо. Помните, мы говорили с вами о Джоне Филиппе Сузе, сочинителе марша, жившем на рубеже веков. Он был знаменит, но не признавал звукозапись. И свою музыку никому не разрешал записывать. Начиная с Томаса Эдисона, когда тот принес ему свое новое изобретение – фонограф. Но Эдисона запрет не остановил, и он тайно записал его марш в исполнении оркестра на параде. Похоже, это была первая пиратская запись. Так что вы об этом думаете? Был ли Суза прав? И что сейчас? Может быть, сегодняшним исполнителям достаточно выйти, подключить свой CD-плеер к усилителю на сцене? И все? Довольно? Я не знаю. Я много старше вас, но склонен считать, что есть нечто особенное в музыке. Не поддающиеся записи. Жизнь нельзя записать, сердце нельзя записать. Момент творения неуловим по своей сути. Поедешь домой? Да.
Эй, Хати. Как ты, малыш? Не так, как он делал. Прости, я научусь. Энди! Нам пора, милая. Хороший мальчик, жди тут, ладно? Мы вернемся. Сказал, что душа не больше, чем тело. И я сказал, что тело не больше, чем душа. И никто, даже Бог, не выше, чем каждый из нас для себя. В каждой вещи я слышу и вижу Бога, но совсем не понимаю Его. Не могу я также поверить, что есть кто-нибудь чудеснее меня. Я вижу Бога на лицах мужчин и женщин, и на моем лице в зеркале. Я нахожу письма от Бога на улице, и в каждом есть его подпись. Но пусть они останутся, где были, ибо я знаю, что куда ни пойду, мне будут аккуратно доставлять такие же, во веки веков. Послушай, не нужно больше ждать его. Он не вернется. Хорошо, Хати. Ты лучше знаешь, что делать. Пошли, приятель. Давай, идем. Идем, малыш. Ну? Давай, Хати. Иди сюда. Ты будешь жить с нами. Иди сюда. Давай. Пора ехать. Рони заждался. Идем. Погоди, я открою. Давай, Хати. Прыгай, прыгай сюда. Устраивайся, малыш. Какой хороший мальчик. Так. Молодец, Хати. Голову, осторожно. Умница. Эти две коробки пока оставьте, потом заберем. Проверьте все наверху. Thank you.
мой крепыш. Энди! Да? Хати! Хати! Энди! Помилуй! Хати! Хати, вернись! Хати! Хати, ко мне! Хати! Зашел проведать нас в новом доме. Съешь вот так. Хати. Может, ему не нравится твоя кухня? Это Джесс готовит. Давай, тебе понравится. Съешь, съешь, это вкусно. Ешь, ешь, давай. Это вкусно. Хочешь? Откуда он тут взялся? Только что пришел. Давай, малыш, ешь. О, будь осторожен, Хати. Некоторые его хот-доги постарше тебя. А, нет, не слушай его. Привет. О, как я за тебя волновалась. Ты нужен мне. И что это она крутится возле него? Это дочь профессора. Правда? Наверное, он живой. И Хати сбежал оттуда? Похоже. О, боженьки. Поедем домой. А? Эй, она его с собой тащит. Они свои. Пойдем. Идем, дружище. Большое спасибо. Хорошо. Спасибо. Так будет лучше. Налей мне кофе. Джесс, давай, налей мне кофе.
Я тоже его вспоминаю. Каждый день. Ты знаешь, что мы тебя любим и хотим, чтобы ты остался с нами. Но если тебе надо идти, мы это поймем. Хорошо. Простите, сэр. Та собака. Да? Это случайно не тот пес, о котором все говорят? А вам что за дело? О, простите. Я Тедди Барнс. Репортер в Unsocket Call. Да. Я много слышал о нем от попутчиков. Не знаю, но можно сделать неплохой сюжет. Я Бойлинс. Карл Бойлинс. Бойлинс. Б-О-И. Л-И-Н-С-С. Не через Е. Понял. Это я его нашел и передал в другие руки. Да? А где сейчас Карл? Где он живет? Ну, никто не знает точно. Откуда ты приходит? Его не прогоняют? Нет, привыкли. Он делает все как нужно. А я могу сделать снимок? Для репортажа. О, я не возражаю. Хати, ты не возражаешь? Спасибо, очень хорошо. Сначала одиночный снимок. Без собаки? Ладно, сиди. Нет, я... А, да, ладно, как знаете. Я вам признателен, вы очень любезны. Что ж, сейчас вместе. О, да, хорошо. Да, да. Иди туда, не отворачивайся. Поближе. Улыбочку. Вот так. Хорошо. Замечательно. Спасибо. Преданный пес ждет возвращения умершего хозяина. Эй, Хати. Мальчишка из Дерри прислал тебе деньги, которые ему дали на завтрак. Чтобы я тебе еды купил. Это уже третий за неделю. Если так пойдет, я тебе в банке счет открою. Только не говори, что я тебя не кормил.
Песик-то у нас преуспевает. Посмотри, разве не прелесть? Привет, Хати. Куда ты деньги деваешь? Я его опеку. Я сейчас. Спасибо. Здравствуй. Как ты тут? Ты здесь, Катя. Это тебе. Голодный, а? Да. В такой холод надо есть. Я Джесс. Держу здесь ларек. Я Конфуциоси. Друг профессора Уилсона. Друг профессора? А! Один сахар, двое сливок. Вы, должно быть, статью прочитали? Читал. Видели там мое имя? Да, видел. Это... Дважды. Могу я помочь с расходами? Нет, прошу вас, не надо денег. А если он заболеет? На лечение? Соберем. Пассажиры дадут, продавцы, мы все о нем позаботимся. Эта площадь стала для Хати домом. Он приходит на свое место, в свое время, каждый день. Приглядите за ним. Мы за ним? Конечно. Ладно, пойду. А то хот-доги меня заждались. Рад знакомству. Я тоже. И спасибо. Год прошел, да? Иногда я просыпаюсь среди ночи и вспоминаю хорошего друга Паркера. Я понимаю, что ты чувствуешь. Хати, Паркер уже не вернется. Но если Хатика хочет ждать, Хатика должен ждать. Ты ведь хочешь? Долгих тебе лет, Хати. Ну-ка, мистер. На, вот съешь. Хороший мальчик. А хочешь еще? На, держи. Держи, малыш, последний кусочек. Вкусно, да? Это ты там все купила? О, спасибо, что меня встретил. До завтра, Хати. Спасибо. Чао, Хати. Миссис Уилсон, рад видеть вас. Здравствуйте. Это жена профессора. Сегодня венецианский купец.
Паркеру Уилсону, любящему мужу и отцу. Кейт. Кен. Много времени прошло. Да, много. Десять лет. Трудно поверить. Привет, Хати. Добрый день, Хати. О, старина, ты до сих пор ждешь. Хороший мальчик. Все верно. Можно мне с тобой подождать следующий поезд? Да. Спасибо. Сюда посмотри. О, это я. Это я хорошо помню. Я помню день, когда сделала этот снимок. Какой же он чудный. Угу. О, это он на свадьбе. Да. Вот он. И вот. А где дедушка нашел Хати? Рони, на самом деле это Хати нашел твоего дедушку. Как это? Однажды вечером. Дедушка возвращался домой, вышел из поезда и на платформу сразу. Thank you.
проснись. Эй, малыш. Эй, идем. Скорее, давай. Дедушку. Он умер, когда я был совсем маленьким. Но когда я слышу историю о нем и Хате, я думаю, что знаю его. Они научили меня ценить верность и никогда не забывать тех, кого любишь. И потому Хате навсегда мой герой. Смотри, как он рад тебя видеть. Идти можешь? Ко мне, Хати. Идем. Давай. Эй, за мной. Настоящий Хатико родился в японском городе Адате в 1923 году. Его хозяин, доктор Исабура Уэна, профессор Токийского университета, умер в мае 1925-го. Хати вернулся на станцию Сибуя и ждал его там 9 лет. Хатико умер в марте 1934 года. Сегодня бронзовая статуя ждущего Хатико стоит у железнодорожной станции Сибуя. Ричард Гир, Джоан Аллен, Сара Рёмер, Кэри Хироюки Тагава, Эрик Эвери, Джейсон Александр и другие. Режиссер Лассе Хальстрём. Автор сценария Стивен Пи Линдси. Продюсеры Билл Джонсон, Вики Шигакуни-Вон и Ричард Гир. Композитор Ян Качмарик. Оператор Рон Фортуната. Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу компании «Вольга» в 2009 году. Режиссер дубляжа Вячеслав Баранов. Звукорежиссеры Ренат Нигматуллин, Павел Емельянов. Перевод Сергея Козина. Автор русского синхронного текста Вячеслав Баранов. Роли дублировали Александр Рахленко, Мария Бакина, Елена Ивасишина, Илья Бледный, Дальвин Щербаков, Рудольф Панков, Владимир Герасимов, Светлана Старикова и другие.